Вы никогда не работали с заключенными? Работал немного. Это были проблемные подростки. Ясно. Все же это другое. Гони, 3 дня прошло. Не могу. Меня зовут Этьен, я актер. Мы хотим ставить скетчи. Да, типа стендап. Стендап — это не мое, я делаю спектакли. Что-то мы вас не видели. Совсем дебил. Кто к нам в звезду пришли? Вот он, величайший драматург 20 века. О чем вообще эта пьеса? О двух лузерах, которые мечтают, что завтра будет лучше, чем вчера. Я не хочу, чтобы их ждал провал. Я тоже, и я их вытяну. Да ну тебя, они надо мной ржут. За работу. Это значит, полгода репетиции? И как я должна это обосновать? Они будут представлять всех остальных, станут примером. Но ведь они же не актеры. Дай мне полгода. Божественный. А в фазе... Что за фазия такая? Что у вас тут происходит? Мы репетируем. Вам здесь не театр. Это тюрьма. Они заключенные, преступники. Не говори так со мной. Я говорю, как хочу, я тут режиссер. Зрители должны забыть, кто вы такие. Вот бы еще нам об этом забыть. Публика заворожена зрелищем подлинного театра. Похоже, вас ждут гастроли. Ты не для них это затеяла, а для себя. И что, я не имею права? Нельзя упускать такой случай. Поразите нас. Вы унесете это с собой, и никто у вас этого не отнимет. Ты сердишься? Нет, нисколько. Да я играю, это мой текст. А вот это было хорошо, как в жизни, да?